Государственные услуги МВД становятся еще более доступными и удобными для граждан. О том, как теперь можно получить водительское удостоверение в многофункциональном центре, смотрите в нашем следующем сюжете. С января этого года отделения многофункциональных центров Мурманской области приступили к оказанию новых услуг по линии Министерства внутренних дел. Для получения справки об отсутствии судимости или справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств, можно обратиться в любой многофункциональный центр Мурманской области. А с февраля этого года сотрудники центра принимают от заявителей документы на выдачу водительских удостоверений. Выдаю по трем основным направлениям. Это в связи с заменой по сроку, в связи с утратой или хищением документов и для получения международных водительских удостоверений. Для получения водительского удостоверения в многофункциональном центре достаточно обратиться с документами в любое ближайшее отделение. Сотрудники центра окажут помощь в оформлении документов и предоставят исчерпывающую консультацию. Единственный нюанс здесь, что при приеме документов на водительские удостоверения выдаются они через многофункциональные центры в течение 5 рабочих дней. Качество и удобство предоставления государственных услуг по линии МВД постоянно растет. Сегодня жители Мурманской области могут выбрать любой комфортный для себя способ обращения за госуслугами, в том числе при обращении в ближайший отдел полиции или многофункциональный центр, либо обратившись через портал госуслуг.